Производственная фармацевтическая компания «Валента Фарм», которая находится в Щелкове, предоставила свою продукцию под говорящим названием «Кроха» и совместно с администрацией округа организовала благотворительную акцию, чтобы обеспечить семьи с маленькими детьми наборами средств для гигиены. Мы сформировали целый пул тех организаций, которым это тоже очень и очень необходимо. Сегодня, конечно же, я хочу искренне поблагодарить коллег и руководителей Валента Фармацевтики, всех неравнодушных людей, которые занимаются благотворительностью. Хочу выразить благодарность Валента Фармацевтик, что они откликнулись на просьбу администрации и сделали такие хорошие подарки для многодетных семей, для семей, разных семей, которым это будет очень большая помощь. Итак, давайте посмотрим, что компания «Валента Фармацевтика» подготовила для мам и их деток. В пакете мы можем видеть средства гигиены. Это салфетки, крем, шампунь. И, конечно, обратите внимание, что везде маркировка 0+. Всего общественным и благотворительным организациям, занимающихся проблемами семей с детьми, было вручено около 400 наборов. Продукция рассчитана на малышей с самого их рождения. Напомним, что подобная акция уже проходила в День семьи, любви и верности в Щелковском перинатальном центре. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.